В мэрии Магадана подвели итоги городского конкурса «Доброволец года 2021». Тимур Иванов вступил в ряды волонтеров 4 года назад, рассказывает, что не хотел терять свободное время зря. Увидел в социальных сетях группу, посвященную добровольчеству, решил попробовать. Тимур начал проводить праздники, встречи, фестивали, окно в лето, арт-газон и многое другое. Молодой человек рассказывает, что жизнь сразу заиграла новыми красками. Решил поучаствовать в «Добровольце года», чтобы проверить себя. Для меня это такое небольшое испытание. Я хочу именно на себя со стороны посмотреть, вот, чего я конкретно добился за это время, посмотреть на других ребят и сделать такое небольшое, не знаю, сравнение, если можно так сказать. Вот просто любопытно для себя. В Магадане конкурс проводят с 2019 года. В этот раз поступило более 30 заявок. Это не только волонтеры, но и руководители добровольческих организаций. Жюри оценивали, как часто участники проводили городские фестивали и праздники. Основной критерий – количество часов. Очень разнообразно. Очень трудно всегда сравнивать, например, участие волонтеров в организации культурно-массовых мероприятий, либо в помощи бездомным животным. Старались максимально объективно подойти к оценке. Нельзя сравнивать, какое волонтерство сложнее, какое легче. Поэтому решили все-таки по абсолютным таким величинам отмечать. Всех собравшихся поблагодарили за их труд сотрудники Управления по делам молодежи и мэрии Магадана. Мэр областного центра Юрий Гришан отметил, что город сегодня не может жить без волонтеров. Вот я хочу вам сказать огромное вам спасибо, потому что не все возможно сделать за деньги. Только по велению сердца и желания безвозмездно помогать может наш город сделать красивым, ухоженным и, от слова «добро», добрым. Лучшим добровольческим объединением стало «Поколение», лучший руководитель Руслан Фирсов, библиоволонтеры. А добровольцем 2021 года признана Ольга Шейко, воспитанница центра доп. Образования «Чайка».